И давайте, наверное, начинать. Сегодня нас ждет достаточно интересная тема в рамках этой дискуссии «Игры и деньги. Риски правовой неопределенности». Меня зовут Антон Суворов, я диджитал-директор пиар-агентства «Пророк». Как вы понимаете, к разработке игр я не имею никакого отношения. Но я, как и многие, наверное, здесь присутствующих, люблю играть в игры, много играю. И сегодня здесь буду выступать с позиции простого игрока, то есть потребителя. И как у любого потребителя, у меня есть много вопросов, которые совместно с нашими сегодняшними спикерами мы постараемся найти на них ответы. Индустрия игр достаточно растет уже семимильными шагами. По отчету Ньюзу оборот за 2018 год составил 138 миллиардов долларов. Из них 70 пришлось на мобильные игры. Ну и лидер рынка у нас здесь Китай, у него 34,4 миллиарда. Начать я планирую немножко не совсем со стандартных игр, хотя это имеет отношение к играм. Я уверен, каждый из присутствующих здесь в зале хоть раз в жизни мечтал выиграть в эту игру, причем выиграть крупно. Поэтому я представляю первого спикера. Это Людмила Карасева, руководитель направления риск-менеджмента и внутреннего контроля технологической компании «Центр», которая выступает под брендом «Столото». Поэтому Людмила нам расскажет немножечко о себе и своей компании. Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что все, правда, знают, что такое лотерея. Все играли, видели билеты, и многие даже выигрывали. Игра лотерея, она достаточно давно известна, уже даже в том виде, в котором мы привыкли в нее играть. Это где-то 15-16 век. То есть правила этой игры всем понятны. И они очень жестко регулируются с точки зрения государства и всегда публикуются. Поэтому в этой части у нас нет каких-то особых ноу-хау, алгоритмов. Наша игра очень жестко зарегулирована. Но так же, как и большинство бизнесов, мы переходим в онлайн. Сейчас все лотереи можно купить в онлайне с помощью приложения, сайта. И в этой связи мы, конечно же, озабочены вопросами управления нашей интеллектуальной собственностью и не нарушением прав других третьих лиц на их интеллектуальную собственность. Ну, как вы понимаете, у нас основной актив — это программное обеспечение, это наше приложение, наша система по принятию ставок, система проведения розыгрыша, выплаты призовых. Все это у нас собственные разработки, самописное программное обеспечение. И поэтому системное управление нашей интеллектуальной собственностью, оно в приоритете. И как вы можете понять, риск-менеджмент, он занимается как бы всеми рисками, но, конечно, внимательно смотрит на только те, которые приоритетны. И в нашей компании это так. В этой связи управление рисками в такой большой компании, в которой идет разработка постоянно, и в которой очень много внешних подрядчиков и наших партнеров, этот процесс поставлен на системный уровень. Мы контролируем все этапы от момента создания инициативы на какой-то проект, контролируем всех участников, всю рабочую группу, выдаем служебное задание, отмечаем акт приема-передачи и выплачиваем всем вознаграждение, как это требуется по законодательству. Также есть вопросы, ну, с программным кодом. Всегда он должен быть уникальным. Наши разработчики подписывают такой пункт, что данный код принадлежит им лично. Поэтому мы стараемся этот процесс мониторить и ничего не упускать из виду. И я хотела бы особенно выделить два момента вот в связи с построением такой комплексной системы. Это люди и технологии. Очень важно в компании вести такую политику и философию, чтобы каждый член команды, особенно если это несколько тысяч сотрудников, понимал, что интеллектуальная собственность очень важна, что мы принимаем политику нулевой толерантности к рискам нарушения чужих прав
и стараемся активно и эффективно управлять своими правами. А также технологии. Вот до того момента, пока коллегам не будет удобно вести учет всей интеллектуальной собственности, которую они создают на ежедневной основе, наверное, этот процесс не заработает, и мы поэтому активно кастомизируем наши системы по управлению проектами, тикет-системы, чтобы иметь возможность учета всего того, что создают наши сотрудники. Я плавно перейду к коллегам, да, наверное, которые занимаются разработкой. Да, давайте, поскольку мы заговорили о разработке приложений, перейдем к нашему следующему спикеру, Кириллу Попову, генеральному директору компании InfoShell, который занимается разработкой мобильных игр, приложений. Да, спасибо большое, коллеги, слушатели. Единственное, к сожалению, пока не генеральный, но я передам своему генеральному. Я коммерческий директор компании InfoShell, но по факту, так как генеральные директора очень любят отстраняться от дел, то фактически ИО, поэтому окей. В рамках этой темы форума я хотел бы обсудить создание ПО и создание мобильных игр как с точки зрения заказчика, да, так и с точки зрения нас, компании-исполнителя. Соответственно, нужно понимать, что основная цель с точки зрения интеллектуальной собственности – это собрать все эти элементы вместе, так как каждый отдельный элемент является также собственностью интеллектуальной. Например, написанный код, отрисованное изображение, созданный персонаж. И в рамках там, физического лица, который его создал, художник, программист, он также является владельцем интеллектуальной собственности на данный элемент. Соответственно, в рамках компании у нас с каждым из наших сотрудников подписан трудовой договор, в котором также есть довольно серьезный пункт касаемо передачи интеллектуальной собственности, которую они производят в рамках работы на нашу компанию, нам автоматически. То есть фактически мы в себе, как в компании-разработчике, аккумулируем все эти отдельные интеллектуальные собственности в одну большую в виде конкретной игры, которую, соответственно, предоставляем уже заказчику и передаем, опять же, полностью вместе с всеми его элементами. С точки зрения игр есть два вида интеллектуальной собственности. Первое, о котором я уже сказал, это интеллектуальная собственность, которая сама по себе без регистрации появляется. То есть стоит там сценаристу написать уникальный сценарий или программисту написать уникальный код, да, о котором как раз Людмила говорила, он автоматически становится его интеллектуальной собственностью, дальше автоматически нашей и по договору уже интеллектуальной собственностью нашего заказчика. Также второй элемент интеллектуальной собственности – это та, которую делают дополнительно, чтобы усилить свои права, больше защититься или сделаться более там, интересным для инвесторов или тех же заказчиков. Например, торговые знаки какие-то, которые также вшиваются в игру, да, и за счет чего она получает свою уникальность. Для нас, как разработчиков, конечно, наиболее интересна именно первая вещь, то есть копирайт, авторское право, так как основной наш актив – это именно код, изображение, там, персонажи вот нашего геймдев-подразделения. Фактически закон оперирует термином произведения, то есть будь то книга, да, будь то код, это по сути то и другое считается произведением, просто ну, каждый там пишет как может, кому-то нравятся больше русские буквы, кому-то нравятся больше английские символы, скажем так. Вот. Есть, конечно, ряд исключений, например, принципы, какие-то концепции или конкретно в смысле игр, игровой процесс, да, сам не является авторским правом. То есть очень часто сейчас распространено, когда появляется какая-то новая механика игровая, и тут же появляется огромное количество клонов, и действительно достаточно изменить лишь минимально наполнение, сам контент, да, не меняя игровую механику, и абсолютно никаких авторских прав это не нарушит. Также хотелось бы привести пример из реального судебного дела по поводу произведения «Маша и Медведь», да, мультфильма, которые получали взыскание с индивидуальных предпринимателей, которые там на свои йогурты, творог и так далее наносили, собственно, волка, Машу, ой, медведя, прошу прощения, Машу. И, соответственно, волк в рамках... там тоже есть. Да, кстати. И, соответственно, в рамках вот этого судебного заседания как раз-таки были взысканы средства, и такой же опыт может быть использован для персонажа игры компьютерной.
Сам код, сама игра, когда мы соединяем все отдельные интеллектуальные собственности в одну, считается программой ЭВМ у нас законодательно на нашем уровне. Поэтому в рамках защиты точно так же распоряжается тот, кто владеет самой программой. И... Смотрите, Кирилл, такой вопрос. То есть понятно, что есть... разработчики, там, кто создает код, кто рисует дизайн, и итоговый продукт у нас защищен. Но вопрос такой, что же на самом деле покупает потребитель, то есть игрок? Он, будь то диск или какая-то, скачивает приложение в App Store, он получает себе в собственность что-то из этого? Хороший вопрос. На самом-то деле, фактически покупая там копию игры, мы всегда ее либо при установке на мобильный телефон, либо при установке на персональный компьютер и так далее, проходим этап лицензионного соглашения, которое, к сожалению, или к счастью, большинство не читает, да, но по факту именно там и описываются те правила, на основании которых мы можем использовать данную программу. Да? Например, то, что мы имеем право ею пользоваться, распоряжаться там, в своих каких-то некоммерческих целях для получения удовольствия, фана там, и так далее, то есть развлечения. Но при этом мы не имеем права на тот контент, который есть внутри. То есть мы не можем взять и, например, записать на YouTube полностью обзор игры, просто молча показав саму игру, и при этом считать, что это наше право, так как мы ее купили. Да, смотрите, по поводу обзоров тоже интересный вопрос. Мы немножко просто с коллегами обсудили до начала нашей сессии. Меня вот интересует такой момент. Те обзорщики или там стримеры, которые играют в игру, то есть показывают, как они играют в вашу игру или там, не знаю, другого разработчика игру. Они, с одной стороны, популяризируют контент, вашу игру, да, но с другой стороны зарабатывают на этом деньги, то есть они получают донаты от зрителей своего канала, они могут получать какие-то, в зависимости от количества подписчиков, какую-то от самой площадки прибыль, да, то есть по факту они паразитируют, условно говоря, паразитируют, зарабатывают на контенте, который им не принадлежит. То есть нет ли здесь какой-то казуса в этом? По факту действительно так и есть, но при этом есть возможность как-то сделать таким образом, чтобы не получить там страйк от того же YouTube, да, или от правообладателя какой-то судебный иск. По факту есть такой момент, как добросовестное использование, да, это те определенные критерии, по которым и определяется, насколько он спаразитировал, да, насколько это какая-то инновационная вещь, или насколько он просто показал чужое, преподнеся это как свое. Во-первых, правообладатель всегда может, найдя элемент на том же, если мы про YouTube говорим, на YouTube в роликах элементы, на которые он имеет право монетизировать данный ролик в свою пользу, то есть вот тот кусок, который будет просматриваться, он будет идти не в счет ютубера, да, а в счет вот правообладателя. И, опять же, про добросовестное использование – это тот фактор, которым мы можем пользоваться, не получая права у правообладателя на, собственно, использование его контента. То есть надо понимать, если мы купили там песню в iTunes, это не значит, что мы ее можем вставить в свой видеоклип, да, на YouTube. Более того, сейчас музыка – это самая такая скользкая и сложная тема на YouTube, потому что она, как правило, идет там не какими-то нарезанными кусками, а подряд именно тот набор элементов, да, который был задуман. А добросовестное использование – это те критерии, по которым суды определяют, насколько было нарушено законы правообладателя. То есть, например, как использовался сам контент, в каких целях, коммерческий, некоммерческий, насколько контент отличается от оригинала, да, то есть там нужно действительно много поменять, добавить от себя. И третий момент – это насколько сам контент изначально был создан на основании какой-то творческой деятельности. Нет, мы все-таки говорим, что человек просто сидит там и играет в игру, там никак не использует никакие там модификации неофициальные и так далее. Я просто почему заговорил о том, что люди на этом зарабатывают. Я просто сегодня наткнулся на статистику, что примерно
Более 20 тысяч человек в России и СНГ зарабатывают на пожертвованиях во время просмотра того, как они играют, более, по-моему, 12 тысяч рублей в среднем. Да? И эта сумма складывается не только там из пожертвований и каких-то отчислений площадки, но также интеграции. Вот смотрите, мы заговорили о добросовестном использование контента, но вот, например, очень часто подобные там стримеры ставят рекламные плашки на свой экран, и это часто бывает букмекерские конторы, какие-то рулетки, то есть гэмблинг, не совсем законная история. И таким образом, с одной стороны, разработчик дает право играть в свою игру, но при этом он может получить такую вот негативную связку с какой-нибудь не совсем полузаконной историей. Да, все верно. Сейчас довольно активно меняется политика с точки зрения таких вот гемблинговых или азартных, да, элементов, то есть они получают запрет. Ну, самый большой такой кейс был связан с, не буду называть, но там есть цифра, есть буква и слово «бет». Соответственно, смысл был в том, что у них было создано две разные площадки. Одна абсолютно легальная, на которую шла ссылка с видео, но это был другой портал, то есть там, ну скажем так, 1x-ставка, да, и в ролике в самом озвучивал стример совершенно другое название. То есть он голосом своим вел на нелегальную, неофициальную портал, да, и мы вбиваем, как правило, через Google, просто ищем то, что хотим. А ссылка внизу шла на официальную, пусть и не такую там классно зарабатывающую и выигрывающую систему, которая действительно официально на основе закона все делала. Поэтому сейчас YouTube сам по себе ужесточает моменты эти. И это, да, в первую очередь связано с тем, что игрок, ну, тот, кто смотрит, точнее, зритель, может ассоциировать с негативом, да, саму игру. А возвращаясь к началу вопроса, хочу сказать, что донаты, как правило, ютуберы получают не столь за там какое-то необычное прохождение игры, да, если это там не спидран некий, а за то, какую они дают эмоцию при этом. То есть они отрабатывают иногда лицом, иногда там голосом. Особенно девушки. Популярно бывает. Да, поэтому у девушек намного лучше. Но мы не лучше, будем, наверное, про это говорить сейчас. Смотрите, давайте еще перейдем к такой теме. Не во всех, конечно, играх, но во многих есть внутриигровые, ну, назовем ее, косметика, предметы, там, то, что можно покупать за реальные деньги, ну, или там какая-нибудь внутриигровая валюта, которая также... Вот есть, допустим, доспех, да, в какой-нибудь ММО-игре. Вот человек потратил реальные деньги, нажал кнопочку «Купить». Реально ли он что-то приобрел вот в этот момент? Ну, боюсь нарушить устои, но скажу, что реально в рамках игровой вот этой сессии, в рамках игры, это абсолютно реально его владение. То есть он может там, если это какой-то предмет из там Стима или просто какая-то шапка, да, которая mm-hmm. сейчас очень популярна, фактически он полный обладатель, вот его аватар, его персонаж обладает этим предметом. То есть нужно понимать, что в игровой сфере можно, ну, в рамках самой игры, да, потратить деньги на что-то, а потом заработать деньги, то есть вернуть свои инвестиции, к примеру. Зачем так мелочиться про доспехи? Была, например, игра, до сих пор есть, Entropy Universe, в которой можно было приобретать целые куски планеты. И один из пользователей в 2008 году за 100 тысяч долларов купил некий клуб ночной, куда потом ходили другие пользователи-игроки. И через два года... Клуб виртуальный. Да, виртуальный, само собой. И через два года продал его за 635 тысяч долларов. То есть фактически он зашел с деньгами, ничего не имея в реальном мире, то есть навряд ли он там у себя дома, маме своей или на работе рассказывал, что я вот владелец клуба, как бы, потому что мама к нему, скорее всего, не придет. Да? Но в этой игре он абсолютно легендарная личность, которая, ну, там, ушестерила свой доход. Поэтому в рамках реальности нет, он этим не владеет. Он купил пиксели, он купил, по сути, иногда даже чисто декоративные. Ну, да, то есть, по факту, он ничего не владеет, и эти деньги никак не защищены. Да, все верно. То есть, это фан, купил фан. Да, купил фан, но при этом мог и заработать на этом.
В некоторых играх, да. Есть игры, которые полностью зависят, там, экономика предметов. EVE Online, например, игра, в которой экономика зависит от действий игроков, полностью там, от того, какие ресурсы они покупают. Да, насколько я помню, в EVE Online там был какой-то скандал, когда у кого-то украли 20 тысяч долларов. Да, там много было очень скандалов. Да, вот тут тоже в связи с этим вопрос. Вот, допустим, у меня есть iPhone, да, у меня его украли. Я иду, пишу заявление в полицию, полиция занимается этим вопросом. У меня, допустим, взломали аккаунт или там прислали какую-то вредоносную ссылку, которая все мои предметы, которые я купил на деньги в игре, перевела на аккаунты неизвестных людей. Я обратился в поддержку площадки, например, да, и мне там сказали, что, ну, извините, вы сами виноваты, вы нажали на эту вредоносную ссылку. Куда мне идти и как доказывать то, что там, допустим, в полиции, что у меня реально была там шапка, доспех и так далее? Ну, как бы смешно это ни звучало, но действительно есть практика того, как правоохранительные органы реального мира боролись с преступниками кибермира, да, то есть это, по сути, киберпреступность, отправление подобных ссылок. И действительно, это довольно выгодный бизнес и создание читов в том числе. Вопрос просто в том, что если мы пойдем к правоохранительным органам, им, конечно же, потребуются наиболее стандартные подтверждения, это какие-то договора, документы, не знаю, паспорт там, этой вещи, шапки, меча и так далее. А мы можем предоставить только, ну, какие-то логи о том, что она у нас была, и то доказать, что мы ее, не знаю, по-тихому не отдали своему другу, и теперь начинаем вокруг этого поднимать вопросы, да, не предоставляя логи передачи, тоже очень сложно. Поэтому я отвечу так. Теоретически в странах, которые не являются Россией, возможно, на уровне... Там, ну, то есть я правильно понимаю, что существует некий реальный цифровой имущественный объект, просто его законодательство никак не регулирует, а регулирует только пользовательское соглашение? Да, да, в принципе, да. То есть, и, конечно же, это, условно говоря, ну, я сейчас не про нас, не про вас там, да, но, в принципе, игровые компании это полностью устраивает. То есть, нажал галочку, принял соглашение, все, на все согласен, давай деньги. Более того, иногда заказчики требуют добавить в лицензионные соглашения не очень корректные по отношению к игрокам вещи, то есть, которые связаны с тем, что игрок там не будет пользоваться какими-то другими элементами подобных игр, там, другими играми даже, и в некоторых ситуациях потом обращаются даже в суд. Конечно, это обычно не очень хорошо срабатывает, но было несколько прецедентов веселых, когда в лицензионные соглашения добавляли, например, одна британская компания добавила в свое лицензионное соглашение пункт о том, что человек должен отдать своего первенца. И 8 человек подписало, и фактически, естественно, потом с ними разорвали это соглашение, но опубликовали факт о том, что люди, собственно, были к этому готовы. Поэтому лицензионное соглашение – это такая очень шаткая, скажем так. Да, я согласен, но при этом как бы у некоторых, не знаю, у большинства людей, когда ты там нажимаешь кнопочку «купить» или там платишь, куда-то переводишь деньги с карточки, у тебя что-то появляется – морально ты, в принципе, считаешь, что ты что-то купил. Ну да, мы когда на аттракцион идем или в кино, мы же тоже морально покупаем билетик. Вот это тоже билетик. Да. Ну и по факту я еще просто хотел сказать, что, наверное, единственное, чем владеет человек там, с кучей денег в виртуальных каких-то вещах, это логин и пароль от аккаунта. Да, да, согласен. Собственно, доступ может любой стать. То есть все, это несколько цифр. Мы владеем всего несколько цифр и также можем любому другому человеку продать этот аккаунт за реальные деньги. Ну да, не говоря уже о том, что мы смотрим на экран, на котором что-то появляется, а некоторые животные видят черное полотно, поэтому, наверное, очень удивлены, когда смотрят, как их хозяин может там несколько часов. Хорошо, смотрите, давайте тогда немножечко перейдем... Продолжим путешествие по виртуальному миру, да, и представим нашего третьего спикера Павла Постникова, арт-директора Фиджитализма, и он нам немножечко расскажет о том, чем занимается его компания и о технологиях, которые она развивает. Добрый день. Да, мы занимаемся не только реальной реальностью, мы вообще занимаемся виртуальной реальности, дополненной реальности кейсами B2C характера и B2B характера, а также изучение нейронных сетей и машин-лёнинга. Да, я вообще готовил презентацию,
на сегодняшнее выступление, но буду пробегаться по ней только быстренько и сразу расскажу просто для вкратце, для кого уже, возможно, было удивление, фиджитализма в названии компании. Это смесь физического и цифрового. И, собственно, данная тематика сегодняшней дискуссии о том, что действительно покупаются многие вещи уже не только в реальном мире, но и в цифровом мире. Наша компания начинала свою историю с одного прецедента. Это был, по-моему, 14 или 13 год, я точно не помню, когда выходила трилогия «Хоббита». Некий художник в Москве хотел надуть огромное око Саурона и повесить ее над Москвой-Сити. Возможно, кто-то слышал о данном прецеденте. И, возможно, слышали, что было после этого уже. Сама по себе история смешная, потому что, как думаете, кто у нас был против всей этой идеи? РПЦ. В итоге полностью заблокировали всю идею, и мой хороший друг и основатель нашей компании, собственно, сделал приложение в дополненной реальности, где поместили око Саурона на той же самой башне, и таким образом заявив, что нельзя ничего заблокировать и запретить то, что находится не в нашей реальности, находится в дополненной реальности. Это достаточно такое небольшое уже историческое событие. Точно такое же историческое, как, например, вчера мы получили фотографию черной дыры. Здесь мы уже на протяжении 5 лет полностью погружаемся в такую некую подобие, тавтологии, дополненную реальность, в которой действительно можем чем-то владеть. И также у нас многие кейсы наши связаны, к примеру, с картинными галереями, которые мы выставляем в малом пространстве, в малых комнатах, и где их можно впоследствии покупать. То есть пользователь, имея приложение, в нашем случае это было ArtLife, выставочный центр в Москве, может быть, кто-то слышал, где можно было просканировать QR-код, который находился между реальными картинами, и таким образом увидеть нереальные, точнее, цифровые картины и скрытые композиции. Мало того, что если человек получил приложение для того, чтобы посмотреть скрытую композицию, он мог навестись на реальную картину, таким образом прочитав метку и узнав, что эти картины, оказывается, продаются. И он может их также купить, то есть участвуя в таком неком скрытом аукционе. Впоследствии, после завершения дня выставки, человек полностью мог перебить последнюю ставку и выкупить полностью картину. И меня здесь также спрашивал Антон на тему того, что можно ли что-то купить и поместить, к примеру, у себя дома в дополненной реальности. Потенциально, да, можно. Да, вот меня просто интересует такой вопрос. Сейчас очень быстро, стремительно развиваются технологии дополненной реальности. Вот этот HoloLens 2 уже появился, да, то есть ты можешь его носить у себя дома, видя, что, как бы совмещая реальность, видя, что происходит, ну, то есть в реальном мире и наложенные на него какие-то объекты. То есть, в принципе, наверное, можно, там, условно говоря, одеть эти очки, жить в не очень богато обставленной квартире, но купить много виртуальной красивой мебели и радовать свой глаз. Ну да, вот я, собственно, сейчас пытаюсь дойти до этого момента, что... То есть о какой революции, в принципе, я веду речь. Это самая простая революция такого технического характера. Вот, кстати, хороший пример слайда. Это то, как в 1900-х годах только изобрели машину, Генри Форд это был, и 13 лет разницы, где на первом изображении можно увидеть, что с трудом можно увидеть среди всех повозок лошадей автомобиль, и спустя 13 лет мы среди всех автомобилей с трудом наблюдаем лошадь. То есть за 13 лет. Сейчас происходит, в принципе, точно такая же революция уже в неком новом характере. То есть банально, то есть как вы думаете, что это? Можно даже попробовать выкрикнуть. Какой-то робот. Ну, даже вот характер дизайна робота. Не совсем. Это стиральная машина. То есть люди изначально не подозревали, как может двигаться технология, и рисовали, особенно художники, которые фантасты, да, и в наше время, как говорил Айзек Кларк, да, любая магия — это просто наука, до которой мы еще не дошли. В данном случае все то же самое, мы просто оптимизируем, упрощаем вещи, и сейчас, в принципе, с покупками вещами в виртуальной реальности происходит примерно то же самое. Мы просто изобретаем новые интерфейсы для взаимодействия. То есть если изначально компьютеры управлялись только с помощью простого
команды консоли. Да, сейчас мы уже имеем какой-то графический интерфейс с вводом данных клавиатуры, мышки. И сейчас мы находимся уже на такой Next User Interface. Это наши планшеты, где мы уже не используем клавиатуру мышки, мы уже используем сенсорную панель для ввода данных просто ну, пальцами. То в дальнейшем то, что мы уже идем к этому, ведем огромное количество экспериментов и технологий развиваем, то, собственно, как раз-таки HoloLens. Это Next User, на самом деле, если честно, я уже забыл, как называется. В общем, это интерфейс дополненной реальности, интерфейс, который будет полностью окружать нас, и с которым мы можем в легкостью взаимодействовать. То есть в данном случае, к примеру, пример взаимодействия человека в HoloLens, используя еще такое специальное устройство, как Leap Motion, для того, чтобы управлять виртуальными объектами. То есть что, если это не магия? То есть в ближайшем будущем, вполне вероятно, это будет развиваться в большую сторону, когда мы будем оптимизировать устройство, с помощью которого можем вводить это как бы на экран. Да, в данном случае это два целых устройства. Я слышал, что ну, частично в медицине это уже используется. Да, и я даже сказал, что мы это фактически используем в нескольких наших проектах. Потому что у нас был один кейс, технологическая ячейка, и подразумевалось, что с помощью HoloLens можно помочь технологу составлять не только технологическую карту, но и показывать инструмент и деталь, которую он будет получать в будущем. Мы просто соседствуем с цехом обработки карбона, и там чаще всего как бы, создают матрицы для того, чтобы создать что-то из карбона. Да, и не совсем понятно изначально, что это. Предполагалось, что в будущем человек просто будет надевать очки, видеть свою финальную стадию изделия и видеть весь пайплайн, так называемый, как, что ему нужно смешать, как, чтобы пройти это. Таким образом, минуя, не знаю, многочасовые и многодневные обучения, а просто надев очки, ты мог просто по какой-то интуитивной механике стать уже специалистом в обработке карбона. Это, кстати, на самом деле очень даже похоже с чем-то с играми, когда ты получаешь какую-то простую инструкцию или даже в кулинарии, ты получаешь детальную инструкцию, как приготовить что-то, и ты это делаешь. Вот. В нашем случае то есть, происходит ровно то же самое. Ну и также... Так, там звука не When you see the world as your canvas. Также, на самом деле... Все эти вещи, они уже приходят в мультиплеерный режим, когда с дополненной реальностью можно взаимодействовать. И вот слайд, конечно, шутливый был, когда, чтобы понять, насколько сильно дополненная реальность уже углубляется в нас. Все же знают этого человека. Да. И, собственно, все, наверное, прекрасно понимают, что здесь происходит. Это, на самом деле, прецедент, когда впервые начал массово использоваться маски и в дополненной реальности для развлечения. То сейчас Facebook, у него есть целая платформа по производству масок в дополненной реальности, которые может делать каждый человек. И вполне вероятно, эти маски можно даже продавать. То есть ты можешь стать в Инстаграме пользователем своей собственной маски, которая будет только у тебя, она может быть крутая, ее может захотеть кто-то другой. Ты можешь фактически каким-то образом передать ее. Я точно не помню, как это происходит, но есть уже некие, скажем так, в кавычках, продавцы в Инстаграме. Если ты просмотришь его историю, придешь по ссылке с его аккаунта, ты получишь такую же маску, которая есть у него. То есть в данном случае мы продаем шапки. То есть это уже сейчас происходит. То же самое, к примеру, с Pokemon Go. Нашумевшую, по-моему, два года назад вот в России, да, ну, они захватили полностью весь рынок во всем мире. А, казалось бы, это цифровые вещи, люди ради них действительно и готовы были страдать, забредать в какие-то дали. И, в принципе, сама механика VR-AR, она настолько, не знаю, сложная и простая в то же время. То есть это вот самый банальный пример на основе фильма «Космический джем», как это выглядит. Возможно, просто кто-то не видел здесь вот стенд с виртуальной реальностью. Но действительно, то, что происходит, это ну, взрывает мозг. Потому что если раньше мы действительно продавали за реальные деньги цифровые объекты в твоем компьютере, то сейчас не обязательно находиться у компьютера, сейчас можно взять телефон и где-то что-то продемонстрировать. И да, к примеру, если
купить какую-то картину, да, и выставить ее, к примеру, у себя дома на стене, то ты действительно будешь обладателем этой картины. Только пока что единственный момент, чтобы ее просмотреть, нужно дополнительное устройство. Но в любом другом случае, до тех пор, пока у тебя есть исходный код в виде одного приложения, им никто больше не сможет воспользоваться. Вот. И также есть так называемая технология Mixed Reality, просто чтобы понимать, виртуальная реальность — это то, когда мы погружаемся в виртуальный мир и не видим ничего вокруг нас. Дополненная реальность — это когда объект перекрывает собой нашу реальность. То сейчас уже есть целые кейсы и SDK-платформы, как 6D-AI, которые позволяют сканировать в достаточно быстром режиме нашу окружающую реальность и позволяют взаимодействовать виртуальным объектом с окружающим миром. Вполне вероятно, скоро это будет вестись к тому, что намного быстрее и качественнее будет происходить сканирование само по себе. И уже не просто в такой механике, когда удочка прячется за столом, взаимодействие происходит, а когда мы вполне вероятно можем дать 5, к примеру, какому-то виртуальному объекту. И на самом деле уже есть даже прецеденты в Японии, когда мужчина, возможно, слышали, что есть цифровые даже блогерши в Инстаграме, то есть полностью цифровые объекты, есть певицы в Японии, и есть уже реальный факт, когда мужчина женился на цифровой женщине. Это задокументированный, законенный брак, и там мужчина прям полностью счастлив. Япония. Вот. Ну, я не буду так забредать далеко. То есть инструменты развиваются просто с невероятными масштабами, технологии идут очень быстро, прям галопом. И я не знаю, 5 лет назад никто не думал, что мы уже будем настолько сильно погружаться в эту дополненную реальность, а сейчас мы используем наши телефоны как какой-то дорогущий сканер. Потому что у каждого, у кого есть iPhone, особенно последней версии, каждый может с помощью обычной камеры воспользоваться технологией ARKit или ARCore, в данном случае, если у кого-то Android. Это самые простые способы сканирования местности. Вот. Дальше я не помню, но это, в принципе, уже более такое. В принципе, наверное, можно закрыть презентацию. Есть такой небольшой ликбез. К чему дальше идем? Да, давайте еще раз, пожалуйста, вернемся. Все-таки меня очень волнует вопрос виртуальной обстановки своей квартиры. А, допустим, смогу ли я купить, например, если я могу обставить свою квартиру виртуальными предметами, могу ли я купить какое-нибудь виртуальное полотно, которое создал художник с помощью VR-шлема, рисуя каким-то трекером, кисточкой, да, за реальные деньги я покупаю это полотно и вешаю свою квартиру вот эту обставленную, у меня там виртуальная жена по ней ходит, вот, получаю ли я что-то в реальности? То есть какое-то имущество я приобретаю в этом случае, или опять-таки мы все уходим вокруг да около каких-то пользовательских соглашений? Мы как компания, которая производит достаточно открытые вещи, чаще не закрепляем их за пользовательским соглашением, и из-за того, что у нас маленькая компания, нам наоборот больше, нам больше приятно, когда нас ссылаются, когда нас скачивают и используют. В данном случае мы действительно уже говорим о цифровых вещах, которых вроде бы не существует до тех времен, когда мы не используем каким-то инструментом и устройством, которое может их просмотреть. На самом деле, я думаю, что скоро дизайнеры интерьера будут действительно на основе реального ландшафта выстраивать какую-то цифровую временную комнату. То есть, представьте себе, что это помещение полностью белое, и с помощью, например, очков виртуальной реальности, дополненной реальности мы их надеваем, мы видим, что здесь у нас стена такая, она из дерева, да, здесь ковролин появляется. Мы дополняем наши, чувства, но не покупая, например, реальный материал. Сейчас купил, к примеру, здесь бетонные стены, здесь, к примеру, кирпичную, кладку на полу. То есть таким образом здесь просто появляется такой новый продукт, на который люди могут тратить деньги. То есть речь идет, наверное, больше об эмоциях. Вот мне про деньги интересно. А вы, как разработчик вот этих виртуальных вещей, можете примерно сказать, что будет дешевле?
сделать, купить настоящий диван из Икеи или нарисовать виртуальный? Я могу сказать так, что чаще всего, если ты вслепую так покупаешь диван, в Икее он смотрится всегда великолепно. В вашем интерьере может, к примеру, ну, не попасть там, не знаю, где-то по ширине, либо по длине, либо по цвету ковра, либо обоев. И у Икеев есть, по крайней мере, раньше был кейс, когда можно было в дополненной реальности примерить какой-то лот из Икеи, то есть до покупки. Мы также делали приложение с коллаборацией Samsung, когда можно было выставить, повесить на стену, либо у себя в комнате телевизор, опять же, заранее посмотреть, как он будет смотреться в нашем интерьере. То есть здесь механика дополненной виртуальной реальности, она помогает через, скажем так, предпосмотр цифровой копии купить реальный объект. Вот. Я, если можно, дополню тоже. Да, конечно, да, конечно. Во-первых, конечно, смотря какой диван, диваны разные бывают, но по факту здесь надо понимать, что одно дело, когда мы покупаем конкретный диван, забираем его из Икеи, его больше там нет, да, то есть им нужно произвести новый и так далее. И поэтому в рамках создания там какого-то контента для разработчика это похожий продукт, да, то есть мы, скорее всего, больше потратим на создание виртуального дивана, потому что это больше людей привлекается, да, не какой-то конвейер. Но, тем не менее, если мы говорим о конечном пользователе, то по факту разработчик делает один диван, но может его потом продать миллиону, там, миллиарду людей. Поэтому фактически здесь немножко разные моменты. Да? Все-таки это все, конечно, зависит от разработчика. Например, он может, конечно, сделать копию, да, но на продажу, типа, вот у нас 50 штук, мы их продаем ограниченное количество времени, а дальше все. Да, да, в этом случае это ближе. Да, и просто это больше, как бы, мне кажется, это к этому будет приходить все коммерческое использование виртуальных объектов, потому что никому не захочется иметь диван, как у тысяч и миллионов людей в их виртуальных квартирах по всему миру. Почему тогда пример про Икею? Там, по-моему, миллиард людей, у которых... Ну, просто Икея, мне кажется, такой наиболее понятный, там примерно всем понятно, какие там цены на диван. Вот, кстати, мы занимаемся нейронными сетями, возвращаясь. Я как раз-таки до всей дискуссии я рассказывал, что уже есть прецеденты, когда нейронная сеть создает некий объект. И очень хорошая такая уже философская сторона вопроса, кто является автором, к примеру, картины, которую сгенерировала нейронная сеть. Математик, который написал нейронную сеть, или, собственно, сама нейронная сеть, которая, ну, по факту, бездушный код. Конечно, здесь можно сказать, что нейронная сеть — автор. Но, с другой стороны, нейронная сеть может таких работ нагенерировать миллионы и миллиарды, то есть они будут друг на друга не похожи. И здесь, наверное, можно сказать, что человек к этому пока что не привык и не подойдет, потому что уже картина, которая была сгенерирована нейронной сетью, была продана за бешеные деньги. А вчера буквально произошел точно такого же характера новый инцидент, когда художник сгенерировал скульптуру в нейронной сети и впоследствии собрал ее, переплавив компьютер, на котором она была сгенерирована. Да. Это просто такой небольшой перформанс, но тем не менее изначальная ставка на данную статую, по-моему, $3000. И я думаю, она разойдется достаточно большой сумме. И как бы описав вот эти вот два момента, я могу сказать, что мы, как человек, который пока что как бы, ну, так общими вещами думает, не смотрим на картину шире. То есть нейронная сеть, она берет полностью весь конструктив и возводит его в абсолют, уходя от такой более, ну, больше эстетики. То есть если, например, речь идет об диване Икеи, то он достаточно эстетичный, красивый, комфортный, то есть глазу еще дешевый. Если мы дадим, например, в нейронной сети задачу сгенерировать максимально прочный материал, то мы получим что-то невнятное, но в то же время он выполнит свою задачу. Допустим, у меня есть дома 3D-принтер. Мне нужно минимальными затратами материала, ну, кстати, есть на работе 3D-принтер, проходил уже такую стадию, минимальные затраты материалов, сделать максимально прочный объект и тем самым, чтобы он был эстетически красивый. Натаскав на огромное количество датасетов, к примеру, не знаю, там, красивых форм, нейронная сеть, скорее всего, с вероятностью 80-95% справится со своей работой на ура. Она сгенерирует мне, к примеру, прочный там столик, он будет какой-то в дырочку, потому что он рассчитывает, что такая вот органическая форма, она будет максимально прочной, но в то же время он затратит максимальное, минимальное количество материалов.
И в данном случае, как только я печатаю эту вещь сам, то я получаю ее единственную на планете форму, то есть единственную в количестве. И никто больше другой не напечатает точно такую же, потому что я только что ее сгенерировал. Здесь, наверное, уже речь идет о том, что нужно рассматривать, нужно ли покупать, к примеру, мне дома вот эту нейронную сеть и покупать перемощную видеокарту для того, чтобы прогнать ее. А мне тоже интересно, а можно ли купить нейронную сеть? Ну, да. То есть, если ее автор может ее, он же, ну, как он ее написал, он может написать еще одну. Я более скажу, что вполне вероятно все знакомы таким ресурсом, как GitHub, на котором разработчики выкладывают в открытый доступ свои коды. У себя на работе я часто прихожу к задачам, когда нам необходимо просмотреть чужую работу для того, чтобы не скопировать, не выдать ее за свою, а для того, чтобы просто посмотреть, как человек это сделал. Это бесценный опыт, потому что не хватает порой какой-то, не знаю, тутора на Ютубе для того, чтобы понять, как это работает. Нужно самостоятельно потрогать ручками и потыкать, типа, ага, вот этот скрипт выполняет вот это. И то же самое с нейронными сетями. Там, к примеру, недавно мы запускали нейронную сетку, которую вообще Microsoft генерировала. Они просто типа, вот держите, если вы справитесь с этим, типа, хорошо. Вот. И у нас получилось запустить. Мы также ведем разработку и исследование генбустов, по-моему, так называется. В общем, мы генерируем картинки, которые максимально похожи на реалистичные картинки. И, возможно, кто-то даже слышал о том, что NVIDIA выпустила свою нейронную сеть, где ты можешь как в Paint рисовать какие-то объекты, закрашивая. На выходе он тебе генерирует сразу в режиме реального времени реалистичный ландшафт. Вот в данном случае это просто как инструмент оптимизации работы, потому что любой человек в таком случае может стать просто прекрасным живописцем. Подключаясь, например, другую нейронную сеть, которую, возможно, вполне возможно, к примеру, купили. Та же самая, к примеру, призма от белорусов, по-моему. Можно, к примеру, реалистичную картинку стилизовать под масляный рисунок, либо под карандаш. Под конкретного художника можно было даже стилизовать. Да, да, можно скормить. Мы, кстати, как раз это исследовали. Скармливали датасет Ван Гога, и на выходе получали из любой фотографии, к примеру, там «Ночь», как там называется, «Звездная ночь», угу. Вот картину. Как бы, да, это удивительно. Конечно, чаще всего, не знаю, в 60% это в ней генерятся какие-то криповые вещи. Это, к примеру, у нас была нейронная сеть, где можно было рисовать котиков. Как вы думаете, что происходило? Происходили страшные вещи, у котика были по три глаза. Потом, я еще пытался сделать такую странную картину, где котик держит в зубах котика. Получилось так, что какую-то кошечка принесла мертвого котенка. Я так думал, боже. Вот. То да, я вполне думаю, что как только нейронные сети будут максимально эффективны как инструмент, их начнут продавать. Вот. Это, конечно, отчасти плохая сторона вопроса, потому что мы пытаемся сделать так, чтобы это все было общедоступно и бесплатно. Потому что пока что остаются те знания, которые имеет человек, это самые, наверное, лучшие вещи на всей планете. То есть их нельзя пока как сгенерировать. То есть тут кто-то другой не может использовать вместо вас. То есть, наверное, самая прочная вещь, которую невозможно как подделать и украсть. То есть то, что находится у нас в голове, это самая максимальная защита интеллектуальной собственности. Как бы так тавтологично не звучало. Ну, это отлично, мне кажется. Если есть у кого-то что добавить как резюмирующее. Не совсем как резюмируешь, с точки зрения нейросеть, просто возвращаясь к вопросу Антона о том, кто же является обладателем и создателем, да, интеллектуальной собственности, там, тот, кто создал нейросеть или она сама. Недавно был прецедент, когда два программиста написали две нейросети, которые столкнулись в рэп-баттле, если знаете такую вещь. И это на самом деле было абсолютно чистое, чистой воды, новая интеллектуальная собственность. То есть там получше даже многих более живых рэперов, скажем так, они отработали. Поэтому я считаю, что все-таки здесь даже авторы должны отдать часть своей интеллектуальной собственности на владение самой нейросети, я бы так сказал. Хорошо, давайте я тогда подведу итог. Мы сегодня все поняли, что технологии развиваются семимильными шагами, и как бы уже предметы, которые мы покупаем и храним у себя там, на персонаже в играх, это уже вчерашний день, да? Сегодня мы уже можем обставлять свою виртуальную квартиру и запустить туда виртуальную жену. Но по-прежнему немножечко отстает как бы правовая история этого вопроса. Мне просто кажется, что это все очень быстро развивается, и все время затыкать эти дыры пользовательскими соглашениями
не будет получаться. Например, тот же мы покупаем какие-то технику постоянно, гаджеты, то есть мы покупаем, да, мы покупаем там iPhone, вот он, коробочка, да, но то, что программа, мы ее не покупаем, мы ее берем в ограниченное использование. Вот, поэтому мне кажется, что законодательно это должно как бы догоняться, технологии, уходящие вперед, и должна быть придумана система, которая видит и признает данные типы имущества, там, собственности и так далее. Вот, всем спасибо большое. Да. У меня есть один вопрос. Он касаемо, вы вначале начали обсуждать вопрос со стримингом. И насколько можно было понять из речей спикеров, что вы являетесь разными представителями так или иначе геймдева. И мне стало интересно, насколько известно, компания Amazon купила Twitch за 1 миллиард долларов. Достаточно давно уже. Достаточно давно. То есть сейчас можно понимать, что Twitch стоит еще дороже. Тогда же, когда покупали, была определенная информация о том, что Twitch'у Россия приносит определенный доход и находится в сетке по доходности на 4-м месте. То есть примерно это точно так же, как на уровне со Штатами, с Европой и так далее. И вы говорили о том, что стримеры так или иначе являются неким, ну как прозвучало, паразитирующим элементом, когда они используют игровой контент. Но абсолютно недавно была очень интересная ситуация от игры от Electronic Arts, которая смогла ворваться в чарты на первом месте на Твиче без какой-либо, абсолютно без единой пиар-компании. До последнего момента никто абсолютно не знал, что будет выходить игра. Игра называется Apex Legend. Да. И в момент своего выхода на Твиче ее смотрело порядка, я даже не знаю, 300 или 400 тысяч людей. Мне очень интересно, как подобному роду взаимоотношений между стримером и, соответственно, компаниями, которые производят игры в России, планируется вообще какая-то стратегия, потому что на сегодняшний день это тренд. На сегодняшний день это та аудитория, которая является, грубо говоря, чистой. Это не просто реклама, которая где-то висит и которую видит не ваша целевая аудитория, а там находятся именно люди, которые, ну, которые этим интересуются. И в плане именно интеллектуальной собственности, каким образом компании, если и думают планировать со стримерами, соответственно, работать, каким образом это вообще все выстраивается? Можно я два момента добавлю, так как от пиар-сферы, да? Действительно, эта игра вызвала определенный бум и так далее, но я немножко просто конспирологию наведу. Известно, что все популярные стримеры, ну, которые сейчас есть на Твиче, американские, там, ну, какие-то, я просто не буду называть имен, вот, они все заранее, там, за неделю, за две до выпуска игры приезжали в офис Electronic Arts, учились правильно играть в эту игру, чтобы в день запуска все дружно запустить стрим, ну, то есть, по моему мнению, это просто другой вид маркетингового продвижения. Да, абсолютно, да? Верно. Они получали тоже каждый там по от миллиона долларов в районе 3. Да, да, да. Ну и, конечно, как бы то, что мы говорим про стримеров, паразитируют, и я просто, наверное, не совсем корректно выразился, конечно, не паразитирует. Просто вот эта история со стримом мне напомнила, что все хорошее повторяется дважды. Вот эта история, когда сидит там на экране человек, сейчас же просто еще популярно вот этот раздел Just Chatting, где без игры, то есть человек, да, и мне это все напомнило середину 90-х, какой-нибудь MTV, Муз-ТВ, стоит человек, что-то рассказывает между клипами, у него появляются какие-то смс-ки на экране, какая-то реклама крутится, то есть это вот один в один VJ. Вот, пожалуйста. Вот. На самом деле здесь такая вещь, которая называется как идеальная реклама, как по мне. Потому что действительно идеальная реклама – это та реклама, в которую ты вложил, наверное, минимальное количество средств.
А вот Apex Legends, конечно, даже если там действительно заплатили стримерам, они показали это в любом случае, вполне вероятно, минимум средств было вложено. А есть другой пример, моей любимой виртуальной реальности, подобной же игры, механика которой популярна на Твиче, она очень простая и было вложено минимальное количество рекламы. По-моему, это был всего лишь один трейлер. Игра сделана достаточно просто и любителям. Игра называется Beat Saber. Да, она самая. Beat Saber, если кто не знает, это некий Guitar Hero в виртуальной реальности, где вы мечами отбиваете ритм, то есть рубя влево или вправо там, синий либо красный кубик. И механика простая, она очень стильная, и сейчас эта игра находится до сих пор в топ-чартах в виртуальной реальности. Я ее большой фанат, потому что действительно это нет ничего лучшего, чем ты отбиваешь. Ты, во-первых, очень сильно устаешь и, наверное, даже трудишься в том плане, что у тебя все это потом пот слезает, да, и потом приходится на несколько часов убирать очки виртуальной реальности, потому что вот эта марлевая поверхность перед очками, она полностью вся потная. И в этом случае это точно такая же механика, когда либо получилось действительно как-то угадать, здесь уже речь о лотереях, в такой небольшой пиар-компании, либо просчитать. Потому что помимо того, что игра действительно интересна, могли просто массово до выхода игры замусорить весь канал. Electronic Arts этим любит хвалиться, тем, что перед выходом игры она огромное количество рекламы тратит, и прям нативной и навязчивой, и где только не может. Этим же, к примеру, сейчас в последнее время кинематограф вредит тем, что мы видим, у нас есть тизер трейлера, тизеры, трейлер, постер, тизер-постер и так далее. Люди чаще всего устают уже от рекламы, и в конце концов их просто настолько все это душит, что в конце они просто уже не хотят все это смотреть. То есть мы сейчас явно здесь, надеюсь, где-то половина человек, кто поедет на «Мстители. Финал», да, вполне вероятно, если не смотрели уже последний трейлер, они такие типа, ну зачем мне это показали, я не хотел это видеть. И таким образом от переизбытка рекламы мы начинаем страдать. Я до сих пор думаю, что, и я стараюсь это делать, нужно преследовать минимальное количество рекламы, чтобы она должна быть настолько точечной, чтобы человек подумал, типа, оу, я хочу получить больше. Но больше он получит только через некоторое количество времени, то есть, к примеру, даже если через полгода, год, наверное, нужно настолько хорошую рекламу сделать, чтобы не нужно было подогревать интерес. Из других еще примеров подобной рекламы, когда рекламу в виде пазла выдают. То есть есть только один маркетинговый, не знаю, постер, допустим так, но на протяжении месяца тебе выдают маленькие порции, и сама аудитория начинает действительно вести какую-то конспирологию и додумывать, что же будет в следующем пазле. Я на самом деле не помню, какая это была, по-моему, игра или фильм, который также молча начали где-то выкладывать, и люди, дискутируя на эту тему, сами того не понимают, запускают самую большую пропаганду и рекламную кампанию. Да, я помню, была история, по-моему, на Твиче. Я, кстати, правда, вылетел с головы, что точно рекламировали там, где 24 часа стримилась комната, где сидела девушка. Вот. И это в итоге оказался какой-то ревил там чего-то. Ну, в общем, эта история интересна. Вот я, мне кажется, Кирилл со мной согласится. Переизбыток рекламы. Есть еще одна такая обратная сторона стриминга и YouTube игровых блогеров. То есть люди смотрят рекламу, а потом вместо того, чтобы пойти купить и играть в игру, идут и смотрят, как в нее играют другие, и таким образом ничего не приносит, соответственно, разработчику. То есть сейчас, ну, есть такое выражение «пройти игру там, на YouTube или на Твиче». Да, действительно, абсолютно согласен. То есть раньше это больше было развито, например, если игра была высоких требований технических, да, и можно было действительно, там, твой компьютер не тянул, или смартфон, даже сейчас уже до такого дошли, и можно было действительно посмотреть его на том же YouTube или Twitch. Но сейчас все действительно смещается, я лично про себя могу сказать, так как требуется следить за там игровыми трендами, но не всегда есть время, чем больше ты работаешь в геймдеве, тем меньше ты любишь игры, несмотря на то, что
изначально ты там можешь быть колоссальным их фанатом, то вот это все приводит к тому, что вместо там, хотя возможность сыграть есть, я предпочту всегда посмотреть, потому что уже ты теряешь навык игровой, да, и ты там, чтобы пройти один уровень, ты потратишь больше времени, чем стример, профессионально заточенный на играх. Он и пояснит, и объяснит, и еще какие-нибудь новости касаемо игры расскажет. Поэтому фактически, да, действительно, это, ну, против игры иногда бывает. Да, можно, пожалуйста, вопрос задавайте. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вы обсуждали, что, ну, стрим, там, значит, проходит игру, там идет реклама игры, но при этом, как бы, стример не дает, не запрашивает свое согласие на вот эту игру у разработчика, и, соответственно, как бы, ну, как бы он нарушает некое там, не знаю, авторское право или какое-то другое право. Вот. И у меня по этому поводу такой вопрос. А практикуется ли введение каких-то дел против вот этих вот стримеров? Такое вообще есть или это из мира фантастики? Да, мы с коллегами тоже обсуждали это перед сессией. Смотрите, а вот я знаю, что компания Nintendo очень не любит, ну, по крайней мере, несколько лет назад очень не любила, когда игры показывали на YouTube, поэтому прохождение, поэтому человек, который выкладывал игру с кадром из Nintendo, сразу его видео там удалялось. Ну, если происходило несколько раз, его, конечно, канал банил. Но здесь, мне кажется, все абсолютно точно зависит от разработчика. То есть многие разработчики заинтересованы в этом, поскольку это некий такой сарафанное радио. Даже... Да, 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 тут как больше рекламы, люди смотрят, люди играют и так далее. То есть просто есть компании, которые к этому хорошо относятся, мне кажется, таких большинство, да, а вот есть как бы исключения. Иногда, вот насколько я знаю, да, там для стримеров, которые получают игру раньше, для них есть специальные условия, что они могут там показать вот этот уровень и больше ничего. Ну, то есть вот, например, такие ограничения. Да, все верно. Как раз хотел дополнить, что инди-разработчики, наоборот, спамят стримеров письмами с своими ключами от игр и просьбах чуть ли не на коленях, там как угодно, хоть там скажи, что это отвратительнейшая игра, но он все равно получает огромное количество там хайпа, да, так называемого, и огромное количество популярности. Даже если стример покажет в рамках там какого-нибудь плейлиста, типа выносы мозга или там то, во что не надо играть, это все равно принесет намного больше пользы, нежели... Ну, для инди, конечно, разработчиков. Nintendo чуть-чуть другая компания. Ну, это опять-таки разговор, что японцы они особенно. О, спасибо. И у меня есть еще второй вопрос по поводу лото. Была новость, там, по-моему, пару месяцев назад о том, что там, по-моему, в контексте ГОСТ-лото, что там вероятность выигрыша там один там, к миллиону, что-то в этом роде. Вот у меня сейчас страницы не загружаются, не могу привести примеров. Ну, в общем, вероятность выигрыша там от один там, к нескольким 100 тысячам, к миллионам. Mm-hmm. Вот насколько это соответствует действительности и как изменилось отношение к лото после вот этой вот новости? Вот можете прокомментировать? Ну, я думаю, никак не изменилось. Люди и так знают, что это маловероятно выиграть суперприз. Вот. При этом можно посмотреть статистику, как люди все равно выигрывают. У нас, например, бывают такие лотереи, я уже рассказывала коллегам, они называются «Распил», когда никто не выигрывает призовой фонд. Он долго-долго копится, там достигает каких-то сумм, ну, миллиард, например. И этот призовой фонд между другими участниками, которые не выиграли суперприз, распределяется. Это анонсируется, там игроки получают сообщение. Вот. И последний распил такой был в марте. И в нем два человека выиграли вот в эту лотерею, сорвали суперприз. Как такового распила не произошло, они забрали весь этот призовой фонд, и все остальные люди, которые думали, что они там получат эти дополнительные деньги. То есть там действительно вероятность такая, как, ну, там, зависит от лотереи. Там, если 5 из 36, конечно, 5 чисел угадать проще, чем 6 или 7 чисел. Вот. Но люди же выигрывают, то есть как бы эта статистика, да, она открытая. Мне просто кажется, смотрите, мне просто кажется, что никакая статистика, да, не перебьет одного сюжета в новостях, как какой-нибудь там пенсионер из Пенсильвании выиграл 54 да. миллиона долларов в лотерею и уехал на ежегодный кругосветный круиз.
Есть история про француза, который, по-моему, выиграл, ну, у него был какой-то любимый номер, он на него ставил, там, набор цифр, он выиграл там много миллионов, и он продолжил ставить именно на эти цифры. И да. Через какое-то время, там, через года два, выиграл еще много миллионов. У меня в связи с этим вопрос, можно ли как-то защитить свою комбинацию цифр? Ну, нет, наверное, нельзя. Еще вопросы? Да, конечно. Здравствуйте, я Саперский Виктор, студент БФУ имени Канта, 4-й курс. И вот у меня сразу несколько вопросов, если позволите, таких достаточно интересных. Прежде всего, первый ориентирован на правовую составляющую, которую я подразумеваю. И вот один из главных вопросов – это вот разразившаяся война магазинов между Steam и Epic Game Store. Казалось бы, да, конкуренция – это хорошо, то, что мы сейчас знаем, это вот… развитие прежде всего, но случай ближайший, вот когда выяснилось, что лаунчер Epic Game Store сканирует папку по папке в компьютере, которые отвечают за количество ваших игр в Steam. Внезапно конкурент ворует данные практически. Steam отреагировал именно так, пользователи отреагировали именно так, потому что система выражалась в том, что, получая доступ к вашему магазину, он предлагает вам сопутствующие товары. Те же самые в Epic Game Store, только вот с ценой как бы получше. И вот у меня вопрос, как это может быть, как-то можно отрегулировать законодательно, может, на международном уровне, если ваше приложение? И вообще, считаете ли вы это примером недобросовестной конкуренции? Смотрите, ну, во-первых, мы все прекрасно понимаем, почему это произошло. Мы все знаем, кто запустил магазин Epic Game Store, и какой у него прошлый был продукт, именно собирающий данные по Steam. Это Сергей Галенкин, да? Я думаю, здесь все так же, когда ты устанавливаешь лаунчер Epic Game Store, тебе где-нибудь там маленьким шрифтом написали, что у нас есть какая-то фича, которая будет что-то там делать, принимаешь соглашение, принимай. Опять-таки, вот то, к чему я говорил, что невозможно все закрывать пользовательскими соглашениями, нужно какую-то вот эту историю регулировать. Сейчас я как бы не вижу механизмов для этого, да и, в принципе, мне кажется, индустрия в целом в этом не заинтересована, потому что зачем возиться с какими-то там законами и так далее, если можно составить вот такую бумажку, где тебе нужно поставить галочку и нажать «согласен». Здесь на самом деле даже еще есть… То есть... Если в Epic Game Store есть хотя бы хоть какая-то галочка, то все, конечно, в любом случае когда-нибудь слышали о нативных рекламах, потому что данный пример — это самый простой пример нативной рекламы. Пользователь сканирует, собирает на нем данные и что-то предлагает взамен. Опять же, возможно, даже на площадке Epic Game Store. Контекстная. А, контекстная реклама, да. Потому что наши телефоны, айфоны, андроиды, они постоянно нас слушают. И я вот не знаю, где здесь можно найти вот эту галочку, которая отвечает за то, что мы даем разрешение слушать, к примеру, Фейсбуку и предлагать нам покупку. Есть реальная история, когда молодая пара отключала все разрешения на использование камеры, микрофона, доступ к папкам и так далее, и просто садилась в 2 часа дня перед телефоном и начали диалог, что про котов. И где-то через 3 дня... в интернете и, в принципе, в Фейсбуке, и у них начали подать рекламу с покупки тикета, условно говоря. Я, на самом деле, в последнее время тоже к этому начал обращать внимание. У меня в Инстаграме начала появляться реклама. Потому что я печатаю на работе на 3D-принтере, но, к примеру, с телефона я никак не взаимодействую больше. Единственное, что мы ведем разговоры для принтера, для печати рядом с телефоном. Инстаграм начал предлагать покупку, где купить лучший пластик, где купить лучший 3D-принтер. И это, вот это жутко, потому что я не знаю, где я предлагаюсь собирать обо мне данные. У меня была похожая история, только она меня больше удивила. Да? Я, ну, в общем... задумался о смене автомобиля, ну, неважно, да, и на самом деле ничего не делал, нигде не оставлял заявку, ни там, не знаю, просто какой-то там набрал в поисковике, что-то посмотрел, закрыл, все. А примерно в этот же день, под вечер, мне позвонили из одного автосалона и сказали: а вы случайно не планируете в ближайшее время покупать автомобиль? То есть, как бы технологии не то, что у вас выслеживают, они как-то еще и собирают ваши данные, там, соотносят с вашим номером телефона и так далее. Вот, и вот в последний пример вот того же самого, действительно, как вот сейчас вот Антон продемонстрировал, в Москве в метро есть бесплатный Wi-Fi в метрополитене.
Проблема в том, что как только вы подключаетесь к Wi-Fi, вот там есть эта галочка о том, что метрополитен собирает у вас данных о e-mail данного телефона. И он запоминает с помощью номера телефона, где конкретно вы садитесь, на какой станции вы уходите. Таким образом, сейчас собирается огромный датасет информации о вашей жизни для того, чтобы в дальнейшем как раз-таки давать вам контекстную рекламу в виде смс-ок, которая может повлиять на вашу жизнь, к примеру. Не хотите ли сегодня пообедать в Маке, там скидочки, или здесь вот началась весна, вы как-то начали медленнее идти, возможно, где-то вы там медленно обходите, то есть вы можете купить новую обувь. И это тоже точно такой же пример, как с Epic Game Stores. То есть делаю то против нашей воли, что, казалось бы, в кавычках, приносит нам пользу, но, с другой стороны, заставляет нас задуматься, а тому ли мы доверяем. Да, ну с метро там была вообще история. Они мало того, что собирали эти данные, так их еще можно, мог любой желающий посмотреть. Нет, там человек нашел, что это хранится на сервере, который был доступ, да. И там интересно, что они, конечно, там вычисляют не только, что ну ты ездишь между одними и теми же станциями, там заложен в алгоритм то, что если ты едешь на одну станцию утром, на другую вечером, то, скорее всего, ты типа работаешь. А если ты едешь, допустим, на станцию метро Университет, ну или там на какую-то другую, да, там, и ну, там, проводишь время там совет, то ты, скорее всего, студент, там, ну и так далее. То есть они еще и классифицировали по профессиональным занятиям людей. В общем, это жутко. У меня вот еще несколько вопросов, но между вопросами такой большой брат следит за вами. Вопрос относительно и Big Data, да, так называемых, но это тоже для другой конференции здесь. У меня вопрос след второй, тоже касательно конкретно уже Steam'а. И так называемые хорошие вещи, которые все внезапно полюбили, все возненавидели, где-то даже в странах запретили. Ну, все, наверное, поняли, о чем я. Лутбоксы. Лотерея внутри игры. Игра внутри лотереи. И фиг поймешь, что с этим делать. Все предлагают купить ключ для очередного ящика. Вот в Норвегии запретили вообще законодательно эту практику. У нас в стране это практически не урегулировано. Steam очень много этим грешит, потому что как лучше продать шапки? Нужно продать случайную шапку. Вот, пусть покупит больше, чтобы их выбить. И вот как можно срегулировать это в нашей стране, потому что я как считаю это злом, можно сказать так, которое вредит прежде всего индустрии и репутации разработчика. Вообще внедрение лутбоксов, как все знают, что недавно Battlefield снова готовится внедрять. Удай пообещали, что не будет, но сделают. Как можно законодательно защититься? Как к этому вообще относятся эксперты этой отрасли? И вообще, считаете ли это негативным явлением? Смотрите, мне кажется, просто тут достаточно такая... Это да, это, конечно, относится к лотереям немножечко, да? Но мне кажется, тут история такая. Ну, не покупайте их. Просто не покупайте. Зачем вы тратите на их деньги? Вы перестанете покупать, их перестанут делать. Ну, люди покупают, люди там вот эти вот создают сайты рулетки, где ты там ставишь свои внутренние предметы, крутишь рулетку, и там у тебя есть шанс, чем больше ты поставил, выиграть. Ну, то есть это абсолютно кошмар и никакой нерегулируемый трэш. И я прямо представляю, как вот сейчас будут регулировать этот вопрос в нашей стране. Ну, всех айпишники забанят, а параллельно там еще отрубят кучу других сервисов, которые размещались на тех же серверах. Ну, то есть нужно запрещать, как вот беттинговые компании, они сейчас по большей части запрещены, туда может попасть только через... На самом деле я могу ответить и про беттинговые немного, потому что у нас есть в холдинге легальный букмекер. Букмекинг очень сильно регулируется, там нужно иметь активов на 1 миллиард и подтверждать это, иначе не получишь лицензию, либо у тебя заберут. Там очень серьезные правила по идентификации, то есть вы должны прийти в живую какую-то точку с паспортом, просто так в онлайне не можете играть. Обязательно нужно платить НДФЛ, то есть вот эта сфера, она очень сильно зарегулирована у нас. Но при этом есть зона .com, где там творится вот это вот все, и наш регулятор, к сожалению, не имеет доступа туда. Вот. И это вредит, конечно же, легальным букмекерам, потому что мы просто не конкурентоспособны. Мы просим вас прийти, показать паспорт, просим заплатить налоги. Вот.
Что касается лотерей, да, то с 2014 года действует в России закон, что все лотереи государственные, нужно получать разрешение. На текущий момент, ну вот начиная с 2014, все разрешения у компании «100 лото». Соответственно, если проводить эту лотерею в онлайне, то тоже нужно разрешение. Мы этим не занимаемся, то есть, ну, там, может быть, были какие-то идеи, но этого нет. И те компании, которые это делают, они, соответственно, нарушают. В большинстве стран мира лотереи регулируются именно государством, и практически везде, ну, я думаю, что везде, есть определенное отчисление государства. То есть лотереи всегда, проводя лотерею, государство получает свою долю. Это и в Америке, и в России, и в Китае, где вообще нельзя, ну, не государственные лотереи продавать. Поэтому, ну, вопрос, в какой юрисдикции вот эта компания, выпускающая игру, работает, как они это вообще... Может быть, там где-нибудь в офшоре это можно сделать в виде лотереи, но я пока не знаю. Ну, мне, честно говоря, не очень нравится, как это сейчас происходит в Европе, вот этот запрет лутбоксов. Вот в какой-то из скандинавских стран они просто сказали, что лутбоксы можно, но прежде чем нажать на кнопку «Купить» и «Открыть», человек должен видеть, что внутри. Но опять в тоже... Европе это гемблингом признали, поэтому, собственно, да, и запретили. А по поводу рулеток, так был большой скандал в Америке с той же Valve. Были популярные стримеры, которые делали рулетки сами, и потом как бы играли у себя на стриме, таким образом, ну, популяризируя их, да, и зарабатывая на этом огромные деньги. Там все это позакрывали, конечно, сейчас там никаких в Америке рулетки вот эти вот с внутренними предметами тоже запрещены, то есть, ну, нужно работать, нужно... Ну, вот у нас, даже если вы заметили, больше не проводятся вот эти лотереи, типа, купить там бутылку Кока-Колы, там, под крышечкой, потому что это все регулируется законом о лотереях, и это запрещено. Любая такая коммерческая акция, она запрещена, если она вот, ну, как лотерея проводится. Ну, я хотел бы еще вернуться к словам Антона о том, что не покупайте лутбоксы. Тем не менее, казино, например, у нас запретили в стране, хотя тоже можно, ну, не играйте в казино. А лутбоксы, да, это своеобразный гемблинг, потому что ты от какой-то степени удачи будет зависеть, заработаешь ты или потеряешь, что, в принципе, и есть основная суть гемблинга. У меня... Если позволите, еще пара, два вопроса. Конечно, давайте. Интересных. Один преимущество Кирилла Попова. Такой вопрос. Я сейчас процитирую такое сообщество ВКонтакте, ДТФ называется. Есть статья за авторством Владимира Семыкина. Название у нее «Одного бренда мало». Статья, прежде всего, о разработке мобильных игр, в которой описываются преимущества и недостатки использование популярного IP, ну, популярного интеллектуальной собственности, там, например, вот Skyrim Blades, по-моему, последний на телефон из таких популярных и подобных. Как вы считаете, это вообще целесообразно, вот так вот, не лишний это ли риск, не лишние вложения использовать популярное IP в разработке, или не легче ли разработать что-то свое? Ну, как правило, наоборот, разработчики используют интеллектуальную собственность именно чтобы обезопасить, уменьшить риски недополучения прибыли. Например, больше всего это любит компания eGames, которые уже говорили, которая, ну, абсолютно там все популярные виды спорта используют, да, естественно, платят колоссальные деньги. Во-первых, если это автоспорт, то каждому из производителей за то, чтобы использовать конкретный автомобиль. И если это там хоккей, UFC и так далее, то, соответственно, самим лигам за то, чтобы использовать как самих борцов, да, там, а про FIFA вообще там столько было скандалов, когда футболисты просто, ну, очень обижались на eGames за то, что у них там рейтинги были не совсем соответствующий реальным. Это тоже говорит о том, что это накладывает серьезный отпечаток на нашу абсолютно реальную жизнь. Поэтому обычно IP, наоборот, используются большими издателями, которые хотят обезопасить себя от неполучения прибыли. Но если мы говорим о, опять же, используя слово паразитирование, да, если мы про Skyrim то же самое говорим, то здесь, конечно, возможно, все связано с тем, что какие-то похожие идеи уже все придуманы, да, ну или то, что к этому приходит разработчик, и намного проще сделать копию. Тот же Clash of Clans, когда он был там супер популярен, достаточно было сделать просто один в один копию, заменив там пару персонажей, и она действительно хорошо зарабатывала. Почему? Потому что в Clash of Clans весь топ уже забит, а хотелось быть одним из, соответственно, топа, хоть и, может быть, в другой игре. Я хочу дополнить Кирилл, какую-то достаточно такую вещь, которая лежит на поверхности.
Ну, по-моему, все сейчас даже, посмотрите на кинематограф, «Бесконечные мстители» 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть люди постоянно там поднимают кладбище домашних животных, опять там «Чужого». То есть все время пытаются поднять, раскопать какой-то полузабытый IP, который можно, на котором можно заработать. Ну, тоже Skyrim. Ну, просто кто купит мобильную игру с мечом, если она будет называться, там, я не знаю, «Master of Blades». Ну, никому неизвестный, да, а тут как бы Skyrim, и ты как бы понимаешь, что ты когда-то играл в Skyrim, это было так круто, это я знаю, это я могу купить, то есть, ну, рассчитываешь получить что-то похожее. Ну, это просто прям как-то как инструмент маркетинга и продвижения, ты, люди знают твой бренд, и поэтому лучше его использовать, чем создавать новый IP. У меня последний вопрос перед остальным. Вопрос, им такой больше футуристический, к Павлу Постникову прежде всего. Он касательно нейронных сетей и вообще их использования. Он интеллектуальной собственности касается, много всего. Начну издалека. Может, фанаты такой вселенной, как Warhammer 40K, поймут сразу, о чем я. Есть такое, там существует внутри игры такое понятие, внутри вселенной, скажем так, называется СШК, стандартные шаблонные конструкции. Суть состоит в том, что это некий маленький суперкомпьютер, нейронная сеть прежде всего, которая из любых подручных материалов, из любых придуманных вами конструкций, ну, из любых доступных ресурсов, так скажем, в общем, создавала для колонистов космоса любые технические новинки, какие нужны были. Там очень много спустя тысячи лет просто используемые теми же конструкции. Например, любой колонист, даже самый необразованный, используя клавиатуру, вбивал в компьютер: так, мне нужна машина из палок и свиста. И компьютер, независимо от того, в каких условиях вы находитесь, воспроизводил, ну, создавал вам нужную конструкцию. Топливо вам предлагал, ну пусть она будет на дровах. И что гоняет, как Формула-1. Компьютер может, компьютер придумает. Так вот, не считаете ли вы, что мы как раз движемся к этому самому СШК, что это такой, скажем так, взгляд в будущее был? Потому что, как вот вы писали по картинам и так далее, это вот сами его зачатки. Не кажется ли вам, что это вот и есть то будущее, вот тот компьютер, та нейронная сеть, которая в итоге будет считаться ее идеалом? Я чуть поправлю, там же было недостаточно было иметь СШК, нужно было иметь блок-схему вот этого объекта, который... Условно. Да, условно. И там же дело в том, что все эти схемы потеряли, и все заржавело, и никто не мог уже ничего воспроизводить. Есть даже мнение, что уничтожили. Да. По залу сразу видно фанатов. Я думаю, да, определенно. Мы чаще всего культурой и массовыми какими-то культурными вещами определяем то, как будут выглядеть технологии в будущем. Потому что явно все, к примеру, помнят и знают сериал «Star Trek» оригинальный, и явно все когда-нибудь хоть раз видели их фазеры, которые они открывают, или такой телепорт, такой чили. Это действительно первая была предпосылка к телефону-раскладушка, которые были изобретены буквально, наверное, лет через 20 или 30 после момента сериала. Тогда это было чисто, ну, возможно, я утрирую, вот, тогда это была чисто фантазия на тему того, как это может выглядеть. А потом вполне вероятно, функционал и дизайн был заимствован из сериала. Пример с нейронными сетями, вот этот СШК, да, я просто обошел это случайно стороной Warhammer 40 тысяч, он точно такой же, вполне вероятно, является фантазией, но действительно мы своими технологиями уже к этому к чему-то идем. И действительно, я подал пример о том, как нейронная сеть может достаточно лучше, чем человек и самый высокоэффективный технолог просчитать максимальную конструкцию, действительно ей можно вполне вероятно в будущем давать какие-то задачи, на которые она будет справляться лучше, чем человек. К примеру, я имею, там, не знаю, два листа бумаги, придумаю, как мне разжечь костер. Нет, Павел, я просто немножко переведу вопрос в понятное вам русло. Вот представьте 3D-принтер, которым вам не, у вас есть схема объекта, которую надо создать, но вам не нужна пластмасса для него. Он сам выберет объекты, которые есть вокруг него, и использует их как материал.
Это на самом деле хорошая вот корректировка, потому что 3D-принтер не только зажирает пластмассу, его можно чем угодно зарядить, хоть шоколадом. И шоколадом печатают. Действительно, если нейронная сеть не скажет, как, к примеру, используя подручные средства, создать вот эту вот пластиковую колбасу, которую можно будет туда зарядить, почему нет? Весь вопрос с нейронными сетями, они могут все. Им главное дать датасет, то, на чем они могут обучиться. И поэтому в этом сейчас самая большая проблематика. Мы не можем их собрать. Самый банальнейший пример того, как датасет работает, у меня презентация была этот слайд, но уже ладно, это дипфейк. По-любому к нему кто-нибудь слышал. Это нейронная сеть, которая позволяет по датасету фотографии известных личностей, ну что у них чаще всего, больше всего фотографий в интернете, собрать какой-то датасет, да, использовать его для того, чтобы заменить лицо человека в одном месте видео на другого человека. Хайп сам большой этой технологии, этой нейронной сети, был в порноиндустрии. И самое первое видео, которое было использовано, это заменили лицо порноактрисы на лицо Галь Гадот. Настолько массовый прецедент был, что Галь Гадот пришлось пояснить, что это не она. Да, ну, мне кажется, это вообще, как бы, вот эта индустрия, она драйвер всех технологий, то есть VHS-кассеты, DVD-диски и так далее. Действительно, то есть... И VR-технологии, то есть VR-технологии мир будут действительно... жить только ради того... Да, технологии действительно движутся благодаря двум вещам. Порно и забыл, какой еще. Помню только порно. Так вот, действительно, вполне вероятно, что мы будем дальше все это двигать. Просто сейчас технологии, которые нужно открыть, это самообучающиеся нейронные сети, которые будут самостоятельно собирать либо генерировать датасет. Но перед этим нам нужно сказать конкретно, что корректно будет для него являться правильным, то есть шаблонным либо эталоном. Как только придет к тому моменту, что мы можем скормить датасету две вещи, картинку и слово, то есть, к примеру, ковер и котенок, и он по этой модели сможет сгенерировать, например, котенка из ковра, то действительно это будет самая эффективная нейронная сеть. Такие технологии, ну, нейронная сеть называется как раз-то GenBoost. Это нейронная сетка, которая, по-моему, я художник, говорю о математических вещах, вот, которая самостоятельно генерирует себе данные. И есть принцип predictive modeling. Это вещь, которая вполне вероятно у меня может забрать хлеб. Это когда ты можешь дать задачу нейронной сети, к примеру, напечатать полностью. Есть, кстати, такие нейронные сети, которые как predictive modeling работают. Когда ты пишешь, не знаю, я вижу птичку с красным клювом, синим хвостом, нажимаешь Enter, он тебе генерирует полностью птицу с таким описанием, исходя из твоего набора, который ты заложил, с фоном, и птичка выглядит реалистично. Все, что до этого она взяла за основу датасета, это только изображение других птиц. Все, что иное, что она тебе взяла, это она обработала твой запрос. То есть нейронные сети сейчас настолько сырые, они как бы существуют уже 50 лет, если не больше. Но, тем не менее, они только сейчас начинают свою активную стадию развития только потому, что мы перешли на ту вещь, которую им нужно было до этого. Это видеокарты, ну и центральные процессоры. А до момента, когда они зародились, люди не понимали, как генерировать, потому что не было банально какого-то маленького компактного компьютера, а были только огромные FM с размером целого здания. Вполне вероятно, если мы сейчас перейдем к каким-то квантовым компьютерам, исчислениям, нейронные сети опять скакнут еще выше, и мы сможем генерировать не только датасет, но и вполне вероятно самые удобные инструкции по разработке и, возможно, даже сканируя местность, к примеру, из этих стульев собрать здесь какой-то самый лучший автомобиль на планете. Да, только надо будет, главное, определиться, кому принадлежит авторское право на этот автомобиль. Создатель нейронной сети или... Или владельцем стульев вообще. Да, или владельцу стульев. Но, завершаю, действительно, если в данном случае рассматривать нейронную сеть как инструмент, то, наверное, человек, который дал запрос и породил эту идею, является автором, к сожалению. Окей, еще есть вопросы? Тогда мы, наверное, закончим. Мы вот с коллегами переживали, что нам не о чем будет говорить, а мы тут уже лишние 40 минут
поговорили, да, и нас еще не выгоняют. Всем спасибо большое за участие в сессии. Я думаю, мы сегодня узнали много нового и считаю, что нам нужно продолжать обсуждать эту интересную тему. Спасибо. Спасибо.